В исследовании инвиво антиоксидантный эффект сока лука в объеме 3 мл в день на ткань семенников и семенные канальцы крыс, пораженных бактерией Escherichia coli, оценивался в исследованиях на защиту от повреждений по различным параметрам. Результаты показали значительное увеличение общей антиоксидантной способности после обработки животных луковым соком. Таким образом, это растение показало защитные эффекты против окислительного стресса, вызванного бактериальной инфекцией Escherichia coli. Водный экстракт лука в объеме 0,5 и 1 мл лука на 100 грамм массы тела в день в течение 7 дней против вызванного кадмием повреждения предстательной железы крыс приводил к значительному улучшению соотношения оксидантного и антиоксидантного статуса. Эти результаты предполагают химиопротекторную способность этого растения против биохимических изменений, вызванных кадмием в предстательной железе. Защитные эффекты различных доз 0,5, 1 мл на 100 грамм массы тела в день в течение одной недели водных экстрактов лука были также показаны в отношении окислительного повреждения спермы и яичек, вызванного кадмием у крыс, которое опосредовано снижением уровня перекисного окисления липидов и малонового диальдегида, а также улучшение антиоксидантных параметров ткани яичек. Thank you.